Здрасте, здрасте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Моторика. И сегодня в тверских вот этих залитых водой лесах мы начинаем новую рубрику. Новая рубрика будет называться «По волнам моей памяти» или «Для тех, кому за 30». А если серьезно, я хотел бы поговорить о стародавних, практически былинных временах. Это 98-й год, когда в нашей стране был другой президент. Да-да, в нашей стране был другой президент. Когда доллар стоил 6 рублей, когда адский дефолт еще не разрушил полностью российскую экономику, именно в этом году на свет появился первый и самый, пожалуй, популярный мотовездеход в нашей стране – это Yamaha Grizzly. Почему Yamaha Grizzly? Да потому что именно он стал самым популярным, самым продаваемым и самым надежным мотовездеходом в нашей стране. Нет, конечно, Honda, Suzuki и прочие Kawasaki уже производили свою технику, но ни один из этих квадриков не стал так популярен в нашей стране. Про американских и канадских производителей в этом году, в этих годах, временных промежутках, я вообще предпочту промолчать, потому что их техника была, скажем, весьма и весьма нестабильного качества. Итак, Yamaha Grizzly. Yamaha Grizzly традиционно был и есть, остается и, возможно, будет одноцилиндровым. Двигатель у него с одним цилиндром. В определенной его как бы ипостаси эпохи он обзавелся 8 клапанами на цилиндр, но в 2019 году клапанов стало опять 4. И двигатель стал опять одновальным, объемом 686 кубических сантиметров и мощностью достаточно скромной 49 лошадиных сил. По уверениям японских инженеров, это не откат в каменный век. Это сделано все намеренно для улучшения надежности, ну и бла-бла-бла, там, уменьшение там, каких-то там количества трущихся деталей и прочее. И по уверениям, опять же, как бы представителей марки, новый Гризлик с новым старым, более простым мотором, по всем своим характеристикам, в том числе и по скорости, и по разгону, выигрывает у Гризла предыдущего поколения. Дальше. Насколько я знаю, в ЦПГ появился кованый поршень вместо литого предыдущего. Был снижен уровень шума. Ну и вообще, в принципе, характеристики силовой установки были оптимизированы. Конструкция нового Гризлика, в общем, не сильно отличается от предыдущих моделей, как я уже сказал. Про силовую установку мы поговорили. Обычная стальная пространственная рама, простая, ремонтопригодная. Традиционно для всей техники Yamaha, для большинства, как бы... тачек, которые она выпускает, и мотоциклов, и квадриков, здесь установлены подвески Каяба, а как мы знаем из истории, так скажем, кроссовых мотоциклов и эндуро мотоциклов Yamaha, Каяба это, на мой взгляд, лучшее из того, что вообще возможно для техники, когда ты ее достал из коробки, тебе надо просто ехать. В общем, Каяба это good, это просто очень-очень-очень хорошо. Это первое. Второе. Рулевое управление оснащено электроусилителем. И он здесь однопозиционный, хотя я, честно говоря, в этом проблему не вижу. Я ездил на квадриках конкурентных, на которых есть две позиции вот вмешательства его в рулевое управление. Ну, на мой взгляд, это скорее такая маркетинговая история. То есть электроусилитель есть, и это очень хорошо. Нужен ли здесь вторая позиция? Не уверен. Честно скажу, совершенно-совершенно не уверен. Дальше. Одно из ключевых преимуществ Гризлика перед конкурентами – это его трансмиссия. Та самая трансмиссия Ultramatic. Казалось бы, вроде как бы вариатор и вариатор. Нет. Во-первых, он очень надежный. У него существует, насколько я знаю, система, некая преднатяга ремня. И что позволяет, в принципе, владельцам Гризликов забыть про замену ремня вариатора. То есть, как поставил один раз, в общем, ты больше, в принципе, туда, в этот узел, скорее всего, не лезешь. Дальше, у Ультраматика великолепная, как бы,
возможность торможения двигателем, что очень важно, когда ты на холостом ходу, не открывая газ, например, спускаешься с каких-то крупных очень спусков. То есть в этот момент ультраматик начинает подтормаживать двигателем. И у некоторых производителей есть такие фишки, у которых все вариаторы не такие продвинутые. Квадроциклы несутся вниз, как правило, не особо управляемые. После этого происходят какие-то там экстренные торможения. И мы видим вот эти вот все картинки, все нам, всеми нами любимые, которые мы видели в интернете, когда квадроцикл летит вперед, накрывает своего владельца. В общем, трупы и расчлененка, кровь. Здесь такого не происходит. Это все очень надежно и очень прогнозируемо. Здесь ультраматик прям 5 с плюсом. Еще одна из фишек Гризлика, которой нету практически ни у одного из конкурентов. Меня сейчас опять могут засрать в комментариях, сказать, что это не так сильно важно. Это то, что вы здесь имеете возможность жестко заблокировать межколесный передний дифференциал. То есть на конкурентах на всех стоят какие-то там виско-муфты, еще какие-то штуки, которые при стечении каких-то обстоятельств включают этот привод за вас фактически, да, то есть понятно, что при пробуксовке там этот, здесь это как честный парт-тайм на внедорожниках, то есть вы просто берете, кнопкой нажимаете, передняя как бы блокируется дифференциал, и вы прете в грязи везде. И такая фишка, насколько я понимаю, есть только у Yamaha и, по-моему, ну, собственно говоря, у ее китайских клонов. Соответственно, это тоже для квадроцикла, который используется как утилитарный или как грязевой, боевой гряземес, да, как тачка, которая едет везде, которой надо давать под хвост и в гриву, эта штука, на мой взгляд, только добавляет ей очков. Внешность Гризлика, конечно, остается традиционной. Он, конечно, по сравнению со старым приобрел такой более борзый, более современный вид. Но, в принципе, это все тот же классический, как бы, японский квадроцикл Yamaha. Но, что интересно, в основных фарах у нас стоят светодиоды, которые, я ездил на нем ночью, просто чумовейшим светят. Это вот прям вот, поверьте мне, в доп-фаре, который на руле, здесь установлен обычный галоген дополнительный. Тоже, в принципе, это неплохо, но, конечно, вот это прям топчик. Дальше. Сегодня можно купить в 2020 году, 2020 модельного года, Гризлик на 12-дюймовых дисках литых и с лебедкой. Теперь хотелось поговорить о минусах, чтобы потом не говорили, что мы рассказываем только о плюсах этого квадроцикла. Минус есть основной. Это идеология японских производителей. У Гризлика, как и у всех остальных квадроциклов, производимых в Японии, принципиально сиденье только одноместное, к сожалению. Несмотря на то, что квадроциклы частенько используют как рекреационное средство передвижения, то есть для отдыха, для тусовок, каких-то для катания с семьей, и в принципе заднее сиденье было бы, второе сиденье для второго номера было бы иметь неплохо, но это политика всех японцев. На японских квадроциклах сиденье только одноместное. Ценник на Гризлик по сегодняшним реалиям не самый, ну, конечно, не дешевый, но небольшой такой анализ, пробежался я по сайтам, посмотрел, получается, что в принципе среди своих конкурентов, ну, ближайших плюс-минус по кубатуре и по классу, ценник у него практически самый нижний, это раз. Совершенно точно канадские и американские производители дороже, канадские сильно дороже, американские там плюс-минус в одной ценовой категории, но у среднекубатурных моделей этой фирмы есть, к ним есть некоторые вопросы по технической составляющей. Что касается других японцев, у Honda новых моделей пока не выходило, вернее, они выходили, но в нашей стране они не представлены, к сожалению, то есть вы купить как бы 20-го модельного года сейчас не можете. И получается, что на сегодняшний день вы дешевле Гризлика, меня жрут комары, потому что мы в реальных условиях не снимаем этот обзор где-нибудь в Москве, в салоне, там, в парке культуры и отдыха. Вот. Так вот, получается, что дешевле Гризлика вы можете купить
только китайские, или же, ну, так скажем, русско-китайские квадроциклы. Они тоже в своем роде совершенно, наверное, неплохие, но мы сейчас говорим о технике немножечко другого, как бы так скажем, качественного уровня. И самое главное преимущество Гризлика над своими конкурентами, это то, что на вторичном рынке Yamaha Grizzly при перепродаже теряет очень-очень и очень мало. То есть найти живой квадроцикл по дешевой цене Grizzly вам практически не удастся. Grizzly дешево не продают. Владельцы, если с ними пытаются расстаться, то не за дешево. То есть эта тачка в цене практически не теряет. На самом деле, вот Yamaha Grizzly, если сравнивать ее вот с автомобильным миром, мне очень напоминает культовый Land Cruiser. Toyota Land Cruiser, ну, там, 100, там, 105, там, 107, неважно. То есть, сотой серии. То есть, эти машины, несмотря на то, что им много-много лет уже, там, они идеологически уже устарели, и технически в каких-то моментах, дешевый крузак вы не сможете найти, если он законный, дешево вы его не купите. Потому что это универсальная машина, это надежная машина, это... Опять же, ремонтопригодная машина. Все то же самое можно скоррелировать на Yamaha Grizzly. Grizzly дешево вы не купите, потому что, несмотря на то, что первые модели появились уже в 98 году, до сих пор на Алтае, в Сибири, на Урале, в Подмосковье, в Твери, где угодно, по всей стране эти тачки трудятся, катают своих владельцев, используются как утилитарная техника, как прокатная техника, что очень важно, потому что в прокате, сами понимаете, нужно... чтобы машина была максимально дешевой в обслуживании, не ломалась и работала, и приносила своим владельцам деньги. Так вот, Yamaha Grizzly отвечает всем этим требованиям. И если абстрагироваться от всех современных веяний, там, о новых модных инженерных каких-то решениях у других производителей, если вам нужна техника для того, чтобы на ней ездить, то Yamaha Grizzly может стать, несмотря на свой там довольно скромный мотор и свои не самые выдающие технические характеристики, может стать весьма и весьма правильным выбором. Ну что сказать вам, дорогие друзья, я думаю, вряд ли, судя по моему внешнему виду, хоть один найдется скептик, который скажет, что мы все это придумали. Сегодня был очень насыщенный, очень мокрый и грязный день. За нами большая Волга, мы в Конаково, идет дождь, как, впрочем, уже сколько, неделю, наверное. Ультраматик, жесткое подключение, блокировка сегодня прям была must-have. То есть я ни разу за сегодняшний день не заходил, хотя лес вообще везде. Прыгал через какие-то бревна, перелазил в колеи, сидел на брюхе, плавал вот так вот, по колено. Ну, в общем, ни для кого это не секрет, потому что повторять все эти как бы банальные фразы о его проходимости бессмысленно, потому что это и так все знают, что Гризлик в принципе ползает. Еще раз резюмируя все вышесказанное, если вам нужен проходимый, легкий, ремонтопригодный и, главное, надежный квадроцикл, запчасти на который вы можете купить в любой деревне, в любом городе страны, покупка, которая практически не обесценивается, то есть на вторичном рынке вы, захотев сменить род деятельности или хобби вашего, вы потеряете, скорее всего, меньше, чем продавая технику других марок. Ну и взамен, естественно, вы получаете огромное количество фана, полезных его характеристик. Ну и, собственно говоря, приобщаетесь к легендарной марке. За сим все. Я пойду сушиться, переодеваться, пить горячий чай. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик на оповещение. Видео будут выходить очень регулярно. Мы, во всяком случае, на это надеемся. Ну и
будьте здоровы, увлекайтесь оффроудом, не ломайте, не болейте. А, и главное, не кашляйте. В нашей сегодняшней, как бы, ситуации это важно. Сохранять обоняние.